Агентство путешествий футбольного клуба «Урал» «Red Card». Мы расположены в торговой галерее бизнес-центра «Саммит». Звоните 311-0051. «Red Card». Удаление на отдых. Ну, здесь ясно было, что «Динамо» сильнее намного нас по всем показателям. Вот. И поэтому, естественно, мы и проиграли из-за этого, потому что у них индивидуальное качество, конечно, мастерство намного сильнее. Вот. И по скорости они сильнее нас. Вот. Ну, во всех компонентах футбола они сильнее, поэтому, наверное, выиграли. Мы могли оказать сопротивление с организацией мощной, там, в обороне безошибочно играть. Вот. Хотя мы исключили стандарт, потому что они последние игры со стандартов могут забивать. Мы как бы это отработали, исключили. Но в плане игры пропустили 2 гола. У нас тоже в первом тайме был момент при счете 0-0 еще, не 1-0, забить. Ерохин вышел на мостку. Второй момент был, где он не обработал, тоже мог выйти 1-1. Было несколько атак таких, которые могли довести, но не хватило мастерства, точности. Вот, поэтому здесь, наверное, и главное поражение, что от «Динамо». Александр Федорович, по игре сложилось впечатление, что Уралу премьер-лига не нужна безопасность? Нет, нет. Ну, а кто вам сказал такое? Ваша игра. И пока это начало только, как мы можем говорить, премьер-лига нужна, потому что это чемпионат мира, во-первых, Екатеринбург принимает. Как она может быть? Не нужна премьер-лига. Сейчас такую глупость сказал. Честно сказать. Если позволить, вам два вопроса. Первый вопрос. В прошлом году в концовке чемпионата, когда вы пришли в команду, несмотря на то, что у вас тоже были игры, которые результат не давали, но тем не менее была игра, и в конце концов она дала результат. Скажите, в чем сложность удержания вот этой игры, куда она делась? Ну, здесь первый момент, что у нас все-таки, я в том году, когда пришел, я определил состав основной, мы наигрывали его. В течение 2 месяцев и много игр провели товарищеских, наигрывали. В этом году была проблема, потому что много травмированных было. Раз. А второй момент, там вот Сапета и Ерохин, они приехали только на последний сбор. 2 месяца практически ничего не делали, занимались трудоустройством, но не трудоустроились, вернулись к нам. Вот. Чехарда тоже травма. Там и у нас Манучарян выпал, те футболисты, которые составляли основу в том году, которые могли забить. Вот, создать, значит, Спартак Огнев тоже травмированный, сейчас опять травму получил. Вот, поэтому, и, наверное, защитники 2 тоже, они приехали на последний сбор к нам, как бы тоже отпуск у них был. Вот, они играли в Норвегии, а там закончится чемпионат 12 июля только, поэтому они к нам июня приехали уже в конце июля уже на сбор в Австрии. Поэтому вот это, наверное, все как бы не дало возможности. Плюс по ходу там и Фидлер травму получал, пропускал много. Вот. Не травма, не болезнь была одна, тоже пропустил много. Поэтому, наверное, вот это все сказывается на, естественно, игровых действиях. И второй вопрос. Несколько удивило то, что в первом тайме Вячеслав Подберезки, на мой взгляд, игрок диспетчер, свободный художник, вышел у вас на левом краю, играл в полузащите. Во втором тайме вы поменяли его позицию, и он стал в своем амплуа действовать в середине, в центре. Скажите, почему вы его поставили? Наверное, вы знаете. Не сторонник играть двух опорных и оборонительного плана, но «Динамо» все-таки надо было здесь сдерживать, поэтому мы поставили двух опорников. А Подберезкин, кстати, он в «Химках» играл, в крайнем хавбека, и достаточно хорошо, вот, поэтому мы в эту позицию. Потом надо было все-таки 2-0 за счет, и мы поэтому его перевели в середину. Ну, во-первых, спасибо болельщикам, что опять пришли нас поддержать, и игры идут, и им тоже, как говорится, время на нас уделяют нам. И после той игры, которую мы провели с Омоной, не такую качественную в плане игры, они нас пришли поддержать, чему им благодарны. Ну, естественно, команда ответила содержательно игру. По игре вопрос, складывалось впечатление, что «Динамо» сыграет немного в экономном режиме.
У меня такого впечатления нет. Играли так, как подсказывает игра. Ну а если брать, как вы говорите, ротацию, если вы обратили внимание, что у нас русские позиции, на которых мы как бы рассчитывали изначально, выпали правозащитники и вратарь, поэтому нам все время, тем более игры идут одна за другой. И хотелось бы, чтобы все были плюс-минус и в хорошем состоянии, и в тонусе. Слава Богу, что футболисты это понимают, и в этом плане у нас, как говорится, диалог, и все с пониманием относятся к каким-то вещам, которые нас сопутствуют.